Субтропическое лето предсказал уральцам главный метеоролог местного зоопарка Ёж Пых. Согласно его прогнозу, в Екатеринбурге будет жарко и дождливо. За традиционное пророчество эксперт получил гонорар – личинку мучного жука. Пых, мы все во внимании. Ну, это для урожая, хорошо. Да, да. Тепло и влажно. Обычно мы проводили день ежа именно 2 февраля. Но в этом году мы решили пойти дальше и во Всемирный день метеорологии попросить нашего ежика Пыха сделать прогноз на лето, потому что именно летом волнует нас, наверное, погода на Урале больше всего. Ежу можно доверять абсолютно точно, и ошибается он гораздо реже метеорологов, это точно, но в этом году посмотрим, насколько точный будет его прогноз. Мнение колючего синоптика практически совпало с прогнозом российского гидрометцентра. Там считают, что температура летом будет умеренная. Ёж Пых работает метеорологом уже 4 года. На этом посту он сменил ежиху Пуговку. Пока его предсказания не очень точны, но сотрудники оправдывают питомца. Все-таки он не сурок, а лишь исполняющий обязанности. Представителей традиционного вида синоптиков в екатеринбургском зоопарке, увы, нет.